Как вообще выглядят здоровые отношения? Это не отсутствие ссор и конфликтов, не одинаковость или общность интересов. Главным критерием здоровых отношений является эмоциональная отзывчивость, взаимное доверие и наличие эмоциональной связи. Именно доверие дает возможность, когда надо обратиться к человеку и установить контакт. Что между нами происходит, ведь в конечном счете я понимаю, что человек желает мне только хорошего. Вот здоровые отношения – это когда в паре есть здоровая доверительная эмоциональная привязанность. Чтобы проверить, являются ли ваши отношения эмоционально здоровыми, задайте себе пару вопросов. Поддерживаем ли мы друг друга? Важны ли мы друг для друга? Считаем ли мы друг друга особенными? Заботитесь ли вы друг о друге? Являетесь ли вы друг для друга приоритетом? Если один из вас позовет другого, придете ли вы? Если у вас эмоционально здоровые отношения, ответ на все эти вопросы будет однозначное «да». Если вы чувствуете, что у вас с партнером есть доверительная эмоциональная связь, то вы сможете преодолеть все конфликты, кризисы и все остальное.